Прошел час. Он так игрушку и не отдал. Не, не отдал. Но сильно уже устал. Но не сдается. Ни в какую. Но уже час играется с этой игрушкой. Час уже. Я уже не выдержала. Уже выключила камеру. Включила наново. Мне казалось, что он сейчас заснет. Я заберу этого оленя. Но не тут-то вышло. Так, собаки, ведите себя прилично. Не доставайте этого уже попугая. Арси, скажи ему же что-то по-русски. Что такое? Молодец. Умничка. Хоть что-то им скажи уже, чтобы они уже понимали. Терри, что такое? Ну зачем ты пристаешь? Надо у Марселя забрать игрушку. Мне кажется, он бедный вот так устанет, что он потом будет 3 дня спать. Так ему понравилась новая игрушка. Марсель, мне тебя уже жалко. Ты уже совсем устал. Ну разве можно сейчас стирать одно и то же? Без... Ой, игрушку нашел. И дразнит собак этой игрушкой, да? Арчи, ты игрушку нашел. Красивая у тебя игрушка, тарахтит. Ты ж теперь не сможешь ничего говорить. Эта дева игрушка долго у нас валялась под диваном. Тут ее туда закатили. Да. Это старая, старая игрушка. Это, боже мой, кто там бегает. Чарли, Чарли, надо забрать у этого красавца игрушку, потому что мне его жалко. Он совсем устал уже, совсем. Уже выдохся. Второй час он с ней играется. Может, потому что я хотела забрать... Может, потому что он ее сам украл с Машиной комнаты. В общем, причину я не знаю, что так ему она понравилась. Ты ее уже выстирал, перестирал уже. Марсель, ну ты уже совсем устал. Иди уже поспи на шкаф. Ну, сколько можешь стирать одно и то же, без остановки, а? Марсель. Вот так, вот так. А, грязная она. Валялась у Маши в комнате. Вот так, сейчас мы этого оленя постираем. Просто там внутри была пищалка, она теперь не пищит, он в шоке. Она ж пищала, говорит. Ты, наверное, прокусил? Говори. Что ты сделал с этим оленем? Все, выдохся, но не сдаемся. Покажи несчастную морду уставшую. Все. 3 суток будет обеспечено. Трое суток будет обеспечено сна. Так что, извините, сейчас мы доснимаем Марселя, и 3 дня мы снимать его, я думаю, не будем. Он будет спать. Устанет, пойдет покушает. Наверное, пойдет в спальню, завалится. Да. Бедный, бедный Марсель. Вот что, ну, жалко животное, что он так устанет. Ну, что делать? Оленя он все равно мне не отдает. И боится, что я заберу. Сил у него уже играться нету. Но играемся еще. Фух. Неужели я... Боже, целый! Целый! У тебя не было сил уже давить? Наконец-то я устала, скажу. Пожалеть тебя? Ну и давай поглажу, не кусайся. Поглажу, пожалею. Ты ж так уставал, бедный. Фу, хоть Маше целую игрушку отдам. Она меня хоть ругать не будет сильно, что ты украл. Кусочка.
А, так и понял, что она все-таки пищит. Я думала, ты уже прокусил ее. Что, надоела игрушка? Арси, дай ему другую игрушку. Ой, задиры. Ой. Что, игрушек мало, да? Не поделите? Это два задиры таких. Не, я так понимаю, что Арчи такой же не отстанет. А, он говорит, что такое Арчи? Ты говоришь, что это твой подоконник? Там некоторые валяются. Разлеглись, скажи, понимаешь ли. Подстилки все. Помяли там тебе, да? Не, это трогать не надо. Я знаю, что ты у меня будешь это, ремонтными работами заниматься. Ну, давай на следующий ход. Летом. Все, Марсель опять взял своего. Все, Марсель, а тебе, видишь, не скучно. Если не я играюсь, так у тебя есть Арчи. Да? Садись уже в пуфик красиво. Почешу тебя. Смотри, он твоего оленя забирает. Смотри. Смотри, оленя хочет взять. Та-та-та. Сейчас принесет. Арчи, ты так и добился своего. Марсель не выдержал, ушел. А олень твой. Представляешь, Арчи? Кто добивается всего, тот всегда добивается. А мой толстый папа, его даже не заинтересовало его сегодняшнее одеяло любимое. О, подоконник освободился, пожалуйста. Марсель страшно устал, страшно. Теперь Арчи понял, что там что-то пищит. Да, Арчи. Вот так у нас меняется смена подоконника. Арчи, ты отвоевал игрушку, Марс. Давай, подожди, давай я у тебя тоже заберу, потому что Марсель все-таки не прокусил эту пищалку. Дай, пожалуйста. А то Маша будет ругаться, она хотя там купила игрушку, чтобы они играли. Еще пищит. Давай я заберу, хорошо? Ну, Маша, она же игрушка. Это Марсель просто зашел в ее комнату и сразу схватил и убежал. Ну, у него такое бывает, да. Ну, а то лучше покушай что-нибудь. Посмотри, у Кити есть игрушка. Зефир кушает вместе с Тинтинем там что-то. На меня не садитесь, пожалуйста. Арчи, слезь, мама. Зефир, кушай, кушай. Не обращай внимания на этих попугаев, которые никак игрушки не поделят. Мёдхин хочет у Кэти забрать. О, там кто-то уже зайца нашел. Арчинова, Кэти. Мёдхин, хочешь забрать у Кэти тоже, да? Так, ну не прыгай на меня, Арчи, на тебе зайца. Боже, возвращаю все игрушки, кроме оленя. Оленя не дам. Нет, не могу дать оленя. Я его отношу на второй этаж. Потому что Маша его купила котятам. И сказала, что это для них.
Не надо новые игрушки сразу к себе приватизировать. У вас достаточно, все есть. Но я не дам, я могу только показать. Подожди, я покажу и все. Покажу, смотри, какой красивый был олень. Еще пищит. Ну что, вот, подожди, ну чем плох вот этот заяц? Я не могу понять. Который ты сильно любил, да? Нет, или я не заберу. Нет, вот не хочет зайца, хочет прямо... Ураган нравится или что? Раньше, кроме зайца, тебе ничего не надо было. Аща. Что ж такое Маша купила, я не могу понять, что оно вам прям так нравится. Ну ты мой красавец.